Сегодня у нас 10 июля 2015 года. Вот мы опять пришли из детского православного лагеря Стана. Вон там вон виднеются деревья. Это у нас лагерь Стан там внутри находится. Вот. И пришли работать. Вот ребятишки, он сейчас я покажу на горочке, как работают. И братья тут пришли. Делаем пирс. Самое основное уже сделали. Вот они сейчас тут идут сейчас скамейку восстанавливать. Вот они так копают ямки под столбушки. Вот это. Вот мы такой уже пирс сделали. Остался только в основном сделать лягушатник, вот так называемый, это для детей, чтобы купались там. Крещение может будет происходить. И две лестницы сходить. Чтобы можно было для купания. Сейчас посмотрим, чем занимаются тут ребятишки. Ксюша, скорее давай на работу. Так. Ну а ты что у нас стоишь тут? Как тебя звать-то? Как зовут тебя? Ксена. А? Ксена. Ксена? Ксена. 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 Сюда. Я умею. Вот. Только аккуратнее возле этих. Как она? Возле плетей. Аккуратно только. Не срубите. Нафа. Что это за такое? А я помогала маме с котом. А жук он, подключал, даже попугайчик. Вот, аккуратнее только. С тяпками аккуратно работайте. Ксюша, рядом не стойте. Аня, отойдите друг от дружки. Аня, отойди оттуда, от нее. Подальше отойди. Вот и тот участок иди. Да, вот тут. Да, ух ты. Арбузик уже вырос. Да, вот он. Вот, вот это да. Смотри, ну, сколько чё? Муравьев-то тут. Подходит. Ну что, лагерь Стан разъедется, а мы будем арбузики кушать. Эй, что с ними делать, Володя? Ну посмотри, что делается. О, так выкинуть их надо за забор. Ой, что, убрать вот эту торт? Ну да, я думаю, может. Нет, торт оставить, а я имею в виду просто туда их за забор закинуть. Кого? Этих муравьев. А как мы? Ну стряхнуть с этого, с рубероида. А, они на земле. А они мешаться будут, да? Кто? Муравьи. Я имею в виду для этих, для арбузов. Ну я знаю, что они подъедают некоторые растения. Да? Они вон, уже яйца. Может, тогда... Может быть, какая трава одна есть на них. Может, как-то лопатой был. Лопатой. Тихо, тихо. Что это такое? Да, ну-ка. На мурашей ругаются. А, на мурашей. Да. А. Дай-ка мне тяпочку. Чего ты так на них? Не сердишь уж сильно-то. Вас как девочек так зовут? Мария София. Мария София. Она говорит, а я понять не могу, что она там говорит. Она плохо. Ну да. Это Мария у нас, да? А там София. Так, Агня, показывай, как работаешь. Не бездельничайте. Енафа, ты стоишь. Ой, это Фрося, ты уже встала. Все, не разговаривай. Молча все делай. Ты заговорилась, уже встала сразу. Помидоры потом надо будет прополоть. Помидоры сильно зарастают уже. Только уже руками, а то вы тут тяпкой нарубите. Ну, вот такой горох у нас вот тут тоже. Уже цветет вовсю. Уже там плоды есть, только еще не поспевшие. Ну вот так вот и трудимся, во славу Божию. Кто-то машины занимается, кто-то там, Виктор Николаевич, баню уже топит. Скоро в баню будем, пойдем на... Кто-то стирается, сестра Галина Загуляева. Каждый занят каким-то делом. Кто-то на кухне, кто-то в теплице работает. Слава Богу за все.